Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и колокольчик. Будем смотреть веселые мульты, играть в игры вместе с вами. Погнали! Привет, ребята! Сегодня мы будем с вами собирать вот такой вот бульдозер. Ну что, ребят, смотрите, наши помощники маленькие уже начали собирать. Уже собрали сиденье, направляющее для ковша. Смотрите, теперь они поставили кабину. Так, а вот это, ребята, мотор. Это ковш. Ну что, давайте теперь поставим кузов. Смотрите, какой мощный получился бульдозер. Это колеса дополнительные. Это направляющие колеса. Это направляющее колесо. И это колесико поставили наши молодцы, ребятки. Бульдозер. А это держатель для ковша. Ребята, давайте испытаем наш бульдозер. Ну что, проверим, как он работает. Есть у нас три бревна. Их нужно подвинуть к машинке. Как тяжело, но все равно наш бульдозер справляется с ребят. Есть! Мы выполнили задание. Теперь у нас, ребята, грузоподъемник. Давайте установим направляющую кабину. Теперь ставим главную штангу. Элемент подъемника. Крыша. Сиденье. Руль. Это такой вот кузов. Двигатель. Ребята, а кто разбирается, как слаживать такие машинки, ставьте лайк. Колесо. Грузоподъемник. Есть, ребята, мы молодцы. Мы сложили грузоподъемник. Ну что, ребят, теперь давайте попробуем, как он работает. Как радуются наши инженеры маленькие. Так, ну вроде бы все работает. Поехали, ребята. На пути у нас елочка. Елочку нужно поставить вот в такой вот шкафчик. Давай. Поднимай наш грузоподъемничек. Ребята, смотрите, как ловко водитель справляется. Вот еще одна елочка. И также он ее ставит на свое место. А вот еще вот такой предмет. Его нужно поставить аж наверх вот этой полочки. Замечательно, ребята. Смотрите, мы справились и с этим заданием. И еще один такой вот предмет. Как ловко наш водитель справляется. Ребята, давайте ему поаплодируем и поставим лайк. А теперь у нас, ребята, самосвал. Это большой ковш. Это рама. Это кабина. Это двери. Это мигалка. Это колесо. Какие большие у нас колеса у самосвала. Это крыло. Это еще крыло.
самосвал. Есть, ребятки, мы справились. Ну что, теперь давайте посмотрим, что же делает наш самосвал. Вот подъезжает экскаватор. Нажимаем на экскаватор. Смотрите, как экскаватор грузит землю в наш самосвал. И сейчас машинка поедет отвозить эту землю. Ой, ребята, ну на пути у нас встретились такие вот бочки. Давайте их уберем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бочек мы убрали, ребята. Смотрите, машинке самосвалу нужно засыпать этот участок земли. И машинка справляется на отлично. Ну что, самосвал, поехали дальше. Ребят, у нас опять на пути встретились преграды. Давайте их посчитаем. У нас уже 3, 4, 5, 6. 6 бревен у нас было, ребята, на пути. И машинка опять продолжает свой путь. И опять мы видим вот такую ямку. Но наш самосвал здорово с ней справляется. Молодцы, ребята! Подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить колокольчики, лайки. До новых встреч, ребят. Пока-пока. С вами был Синий Трактор.